have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, Термина. И идем мы сегодня с вами за... Я забыл, кто там третий. За доктора. Смею ли я надеяться, что у нас будут какие-то навыки врачебные? Ладно, посмотрим. Доктор. А, это одноглазый синеволосый парень. Это вот он и есть доктор. А, это интересно. Я, кстати, не обратил внимания, был ли солдат возле поезда. Возможно, мы там все просто... Хорошо. Нет, ничего не пропускаем. Поехали, я хочу узнать, кто это. Это у нас было. Итак, вы были малолетним этим... Да. И путешествовали по Европе со своими родителями. Ваши родители были преданными последователями старых богов, а в частности богини плодородия и репродукции Сильвиан. Почему ее Салливан хочется назвать? Ну ладно. Ну, типа Салли, Салливан, сокращение Салли, помните эту фишку? Там типа, это мы с Салли в замке, это мы с Салли на природе, Салли, Салливан... Ладно. Из-за своей природы культ Салливан в каждом новом городе вы... О, это вот эти ребята с кроличьими масками. Вы были свидетелем того, как ваши родители одевали кроличьи маски и направлялись в заросли обнаженными, чтобы заняться культизмом. Прикольный такой культизм. Типа, давай, этот... Блин, прикиньте... Все, я раскрыл этот тайну, заговор, мировую. Нет, не то, что там все правительства это рептилоиды. Нет, я не про то. Это скорее в Скайриме там есть рептилоиды, я бы в это поверил. Прикиньте, вот этот вот символ Сильвиан, это же вот заячьи маски. И журнал Playboy с символом зайца. И вы знаете, что там происходит. Все! Я теперь понял, что где. Я все понял. Я преисполнился в своем сознании. Ладно, поехали дальше. Вы обожали. Ненавидели такую жизнь. Ваших родителей гораздо больше заботила религия, чем вы. Чтобы было еще хуже, они даже пытались... преподнести вас как дар Сильвиан. С самого раннего детства вы поняли то, что ни один подарок не идет без цены на него. То есть за все приходится платить. Итак, с даром целения от Сильвиан вы видели, как ментальное состояние ваших родителей потихонечку угасало со временем. Они проводили все дольше и дольше времени в кустах, в чаще, пока в один день они просто не вернулись. Я думаю, они превратились в тех, которые потом жрали друг друга, не? Так, вам было 13, когда вы остались одни в королевстве Рондон. Рондон-дон. Ладно. Да почему, блин, не знаю. Откуда вы такие названия берете? Вам нужно было что-то делать для того, чтобы выживать. Итак, честная работа или карманничество? Пойдем мы по честной работе. Ну, как бы, мне кажется, в этом мире карманничество было бы предпочтительнее, но честная работа. Так, вы попали в подмастерье к одному из местных аристократов. Вы начали работать на барона Эйнер фон Датча. Датч. У меня есть план, мне просто нужны деньги, да? Вы обучились хорошим манерам и выросли... А, и начали ценить высокое искусство... И другие навыки, которые вам принесла жизнь в высоком обществе.
Ага, со временем вы обрели, ну, вы, у вас появились лучшие отношения с дочерью барона, ее звали Элайз. Лиза, Элайза, Элай... да, ладно. Она бесконечно умилялась вашими историями с детства, о всем том безумстве, которое ваши родители творили. Серьезно, ты рассказывал, как они там в кусты ходили с масочками? Ну ладно. Так, сам барон также слушал эти истории о культе Сильвиан и о лечебных свойствах этого культа, так скажем. Он работал, он, в смысле, барон, работал доктором, и у него у самого были очень разные способы лечения и латания ран. Здравствуй, этот плесневелый бред. Хорошо. Он обучил вас современным медицинским практикам взамен на знания о Сильвиан. Неплохой обмен такой. Он обучил вас, как вылечить любые симптомы, не отдавая ничего взамен. Чтобы лечить... Чтобы что-то вылечить, что-то ценное нужно отдать, что-то ценное должно быть потеряно. Это типа, ты про ампутацию сейчас? Continue studies to learn more. Продолжить обучение, конечно же. Вы продолжили, вы выучили анализ. Типа мы сможем теперь что-то анализировать. Хорошо, хорошо. Самая важная вещь, которую вы выучили, что свою жизнь... Так, минуточку. Самая важная вещь, которую вы выучили, что вы меняете свою жизнь, свою практику в медицине на жизни других людей. То есть, по сути, каждый раз, когда вы кого-то лечите, вы отдаете кусочек себя. Ну, в этом есть, кстати, правда. Пока как шло время, вы стали типа парочкой с Элизой. Все сложилось очень естественно. И даже сам барон дал вам свое благословение, несмотря на то, какое у тебя было прошлое, что ты вообще не знатный перец. В первый раз в своей жизни все, в первый раз в твоей жизни все было наконец-то правильно. Но это не продолжалось слишком долго, потому что что-то отвратительное, что-то страшное нарастало в Восточной Европе какое-то время. Конфликт между Восточной Европой и Бременом вытащил многие соседствующие страны на войну. То есть королевство Рондон было не исключением. Королевство. Учитывая, что у нас есть типа поезда, технологии, до сих пор существует королевство. Ну, у нас в нашем мире тоже до сих пор существует и королевство, и графство. Ну, хорошо, ладно. Королевство отправило всех способных сражаться на фронт, и у вас не было никакого выбора, как паковать сумки и присоединиться к Великой войне. Потому что ваше знание в медицине... А, из-за ваших знаний в медицине вам дали возможность присоединиться к армии как медик и выбрать оружие, чтобы вы войти в пехоту. А, или как медик, или выбрать оружие и пойти в пехоту. Я пойду как... Блин, выбрать оружие. Выбрать оружие, это мне сейчас... А медик мне дадут что-то хорошее лечить. Давайте медика возьму. Скальпель и синяя зелька. И пеп-пилс. Пеп-пилс, я не знаю, что это еще такое. Посмотрим. Война была жестокой и бесчеловечной. Вам приходилось принимать участие в немыслимых вещах. Так, единственное, что держало вас, ну, как бы удерживало от безумия всякое такое, то, что вас семья ждет дома. Каждую ночь ты читал письма из дома и засыпал с фотографией Элизы. Ой, то есть у вас прям реально все хорошо.
Вдруг письма прекратились. Обычно не было ничего удивительного в том, что письма терялись в хаосе, но ты никак не мог подавить в себе плохое предчувствие. И поэтому, когда королевство Рондон наконец, в конце концов, вылезло из войны, ну, вышло из войны, ты быстренько побежал домой как только, так быстро, как только мог. Имение фон Дочи было безжизненным, темным, ну и, в общем-то, день был тоже не очень радостным. Ты пробежался по бесчисленным комнатам, но не смог найти ни души. Ага, все до того момента, пока ты не нашел дверь в подвал открытый, в темноте внизу, ты мог только различить силуэты барона. Он умер. Он умер в середине ритуального кольца. Ого! В каждом углу подземелья были жертвенные дары старым богам. Твое сердце выпрыгнуло, когда ты узнал останки Элизы в самом дальнем, в самом темном углу. Ты попытался спасти Элизу всеми возможными способами. Ты пытался заменить важные части, необходимые жизненные части от себя к ней, но было слишком... Ну, она уже была давно мертва. Типа, чувак, ты пытался пересаживать какие-то органы. А культ полностью поглотил барона, пока ты был в отъезде. И ты мог только предполагать, что он пытался добиться, чего он пытался добиться этим unholy, типа, не... грязным ритуалом. Хорошо. И пролистывая документы барона, ты заметил, что в нем упоминается определенное место. И время. Снова-снова. Город Прехвиль. Да, не говорим на «ше», понял. Та-та-та-та-та. Это место было как-то связано с поверьями. И барон, возможно, хотел там найти какие-то остатки своего здравого смысла перед тем, как его полностью поглотило безумие. Короче, ладно. Это не вернуло бы старую жизнь назад, но в любом случае тебе ничего больше не оставалось делать. Это была единственная маленькая зацепочка от всей той ситуации, которая у тебя все забрала. Так, как ты приготовился? Медицинские припасы, жрачка, алкоголь. Medical goods, чувак, мы за доктора играем. Так, две синих жидкости, две синих этих вялочки и фрагмент ткани. Ты типа бинт с собой взял и две хилки. И до этого мы тоже одну. Короче, хилок у нас будет неплохо. Будет очень долгий и истощающий. Эта поездка будет очень долгой и истощающей. Ты надеешься, что что-то, что ты найдешь в этом маленьком городочке, приведет тебя ближе к деталям твоего горя. Интро, скипнуть интро. Ну да, давайте на этот раз скипнем, посмотрим просто, в какой точке мы окажемся. Ага. То есть интро у нас включает в себя... Блин, мы пропустили парочку чемоданчиков, которые мы могли лутануть в интро. Хотя вот, может быть, вот это вот они. Возможно, их тут можно лутануть теперь. Не знаю, немножко сомнительно. Хорошо, интро в себя включает уборщика, капкан, и разговор с Луной. То есть их мы будем пропускать. Пока что, по крайней мере, на этого персонажа и на следующего. Я не знаю, что там будет дальше случаться. Сэкономим на этом пару минуточек. Хорошо. Так, я вижу вон внизу эту девочку.
Это типа оккультистка. Я не вижу. Так, что происходит? В общем, да, мы все время играем за этого же персонажа. Да-да-да, тут мы тоже все пропускаем, тут ничего не случается. Но только обычно он там стоит и разговаривает, теперь мы за него играем. Вот эта девочка внизу, это явно оккультистка, теперь я ее узнаю. Я не знаю, кто солдат. Солдата я здесь не вижу. То есть вот эти вот двое, они здесь изначально присутствовали солдатом, когда мы играли. Они оба здесь были, по-моему. Ну, чувака с повязкой на глазу точно я могу узнать. Так, я журналист, журналист. Это вот она убегает у нас. И я не знаю, пойти за ней в этот раз, не пойти. Вот видите, она уходит. Мне интересно, куда она пойдет. Она там в деревне где-то исчезнет или что? До деревни у нас только одна опасность будет. Это вон тот чувак с ружьем, но от него можно убежать, наверное. Или он нас просто подстрелит с первого раза. Так, попробую по пути собирать травку. Ты прогружаешься или где? Она долго между локациями прогружается, мне кажется. Или это специально сделано, чтобы игрок успел? Я вот что предлагаю. Давайте в этот раз... Что у нас вообще есть? Ножик у нас у всех есть. Так, хорошо. Монетки. Light Blue Vial, Blue Herb. А, у нас есть... у нас есть две обычные хилки, одна сильная хилка. Это прикольно. А где ты? Странно. А, вот он. Почему-то как-то она... Попробую немножечко за ней последовать. Ну, то есть... Туда наверх еще можно сходить. Ты же сюда пойдешь? Надо забрать вот эту штуку. Подождем, появится она тут или нет. В прошлый раз мы ушли. Бешеный грибник? Да, бешеный грибник на месте, все нормально. Я не знаю, где она. Музончик, который нарастает, тоже мне не очень нравится. Ну, короче, она тут исчезла между переходами. Я в прошлый раз думал, что я ее просто упустил, но нет, она просто исчезла между переходами. Так, есть ли у нас вариант теперь с тем зомбачком-то не сталкиваться? Я бы не хотел с ним, наверное, что-то мутить. Да, у нас много медицины, но это не значит, что мы можем трынкать теперь жизни направо и налево. Посмотрим, загляну опять в тот подвал, потом попробуем пойти куда-то в другую сторону. Потому что, ну, надо попробовать исследовать как можно больше. Так, да, ребят, с вами я уже болтал. Вы мне ничего новенького не скажете. Пойдем сейчас вот этого чувака берем. Убивать я его не буду на этот раз. Костерочек. Хотя... Я отпилил руку и ногу. Серьезно. Теперь мне придется его добить. Ну, то есть, елки-палки, я у человека руку и ногу отпилил, нормально, а потом, не, живи такой. Я понимаю, что ты сейчас сдохнешь, я тебе сейчас просто руку-ногу отпилю, а там все нормально с тобой будет, ё-моё. Как можно лутать человека и найти у него руку и ногу? Это ж... Смерть. Кстати, мы же там находили эти... Каттерс. Болт Каттерс. Да, заткнись. Возможно, с ними стоит вернуться бы к лифту. Не уверен. Мясной пирожочек.
дружочек. Вот это бы колесо убрать, там явно в коробке что-то есть. Ну хорошо, открываем и спускаемся. Так, smell, хорошо. Toolbox, 2 шиллинга. Тут у нас, кстати, шиллинги. Погодите, мне нужен... Это рандомный болт каттерс или... Мне повезло? Scrap metal. Это типа металлолом. Фрагмент ткани. Чалк. Мел. Прикиньте, насколько в прошлый раз лучше лут был. То есть мне попались какие-то прям хорошие вещи. Не-не-не-не-не. Погодь. Я передумал. А вот это вот что? Металлические контейнеры. Ну ладно. Ладно. Ну-ка. Так. Чешется. Чеши, царапай. Что тут происходит? Холодное солнце... Холодный свет жжет. Холодный свет? Ты такой же... Ты все увидишь, и ты придешь и поймешь. Оно ползает под моей кожей. Ползает. Что происходит? Ползает. Не звоните, Эбигейл. Ползает. Сгнившее мясо. Короче, нам... А, тут есть мост. Да, там есть парочка бочек, но я... Ох ты ж. До свидания. До новых встреч. Они гонятся за мной вообще-то. Свали отсюда. Короче, вот эта штука, ходьба наискосок, если есть куда идти наискосок, это вообще прям читерство какое-то. Да, свали от меня. Ты можешь меня пропустить, пожалуйста? Да ну пропусти ты меня, пожалуйста! Так, step back. Да-да-да, это ему все пофиг. Какие у меня скиллы есть? Анализировать. Проанализировать и найти слабые точки. Голова, которая чешется. Я могу его просто убить. Так, Black pills. Так, strong stimulus. А, это баф. Блин. Blue herb with... Мне бы зеленые травки на самом деле. Это подавляет кошмары. Ну, блин, нас опять заразили, но с другой стороны... А, кстати... Фига себе заразили. Blue while, light blue while. Полностью лечит. Иди сюда. Меня все равно уже заразили, мне это разница. Грязный укус. Грязный укус. Блин. На 1500 штуки. Кстати, я же их не обыскиваю. А надо бы, наверное... Обыскать. Рука и нога. Знаете, на английском есть такое выражение. It will cost you arm and leg. Это будет тебе стоить руки и ноги. Ну вот, типа того же. Где этот олень?
А, у этого был табак. Дайте я чуть-чуть дальше пройду перед тем, как я сгнил полностью от этого заражения чертового крови. Ай, черт. Вот заражение крови, серьезно, это самая большая проблема, которая в этой игре в принципе существует и в прошлой, и в этой. Помидорка, спасибо, блин. Репа. Дайте я чуть дальше пройду перед тем, как сдохну, пожалуйста. У нас и так каждое прохождение заканчивается тем, что я сдаю. О, головы! Прикольно. Так, гнилое мясо. Тут ничего. Давайте в эту жизнерадостную хижину заглянем. Ой, тут какой-то чувак сидит. Темный угол нежелателен и, ну, короче, плохое место. Там, где они сбрасывают скончавшихся от болезни. И тех, кто ослеп... Ну... Moon scorched, типа... поражен луной. Приветствую тебя, о свеженький. Приветствую тебя в... Щитпет, в дерьмовой дыре Прехевиля. Классные у вас тут декорации. Под всевидящим глазом мертвого. Я хочу больше мыслей. Я хочу того, кто снес полгорода. Дровосека. Дровосека мы с вами встречали, кстати. Потом я хочу того, кто заперт здесь внизу. Я хочу грязного священника. Посмотрим, что я смогу сделать. Это квест. Не давай им пощады, пусть их кровь течет. Дровосека я, кстати, знаю. В грязных тарелках какие-то остатки, ты не уверен, чье это мясо. Стена отделенных голов, отпильных голов, они в разной степени разложения. Самое раннее выглядит как несколько недель назад отпилено. В то время как самые свеженькие только-только отпилены. Так, item meat pie, пожалуйста, схавай. Мне сейчас пофиг, потому что я и так скоро сдохну. Мне проще просто осмотреться. Так, хорошо. Чуваки, головы, головы, головы. Крысы. Помидорка. Сундучочек. У меня, значит, левая монетка. Ну, давайте, heads. Спасибо. Скальпель. Чему я несказанно рад. Морковка. Кстати, скальпель-то у меня изначально был. Патроны на дробаш. Ничего интересненького. Так, хорошо. Этот перец нам предлагает пойти и замочить дровосека, и также пойти и замочить какого-то то ли священника, то ли еще кого-то. Священника я еще, по-моему, не видел. Так, давайте-ка. Мы вот что с вами сделаем. Мука, вот морковку используем. Я хочу убедиться, что здесь вещи имеют то же свойство. Так, синяя травка. Использовать. Это ХПшка. Ясно. Лаванда восстанавливает психику. Окей. Понял. Мел. Мел для того, чтобы писать. Грибочек. Он меня отравил. Класс. Ну, это было, в принципе, логично. Хорошо. Вот эта штука что делает? Она меня накормила. Я отравлен, кровь заражена, все нормально, живем. Пойдем дальше. Блин, я из-за вот этой вот рисовки не всегда могу понять, куда я могу пойти, а куда не могу. Хорошо, теоретически допустим, что здесь у нас тупик, да? С этим перцем я же не болтал. Что происходит? Понятно, тоже безумец.
Так, у этого дом с головами. Тоже его можно отличить очень быстро. А, вот сюда вот мы еще не ходили. Тут у нас яйцо. Патрон на 33 калибра. Три спички, яйцо. Вышел заяц на крыльцо. Знаете, все вот это пока что напоминает Resident Evil The Village. Блин, там бочечки есть. Ну хорошо. О, ожерельица. Надо будет глянуть. Гнилое мясо, пирожочек. Дружочек, пирожочек. Так. Equip. Теперь три аксессуара есть, кстати. Это она защищает от потусторонних сил. Такое у нас уже было в той игре. Окей, пойдем сюда. Шкаф. Девятимиллиметровые. Так. Это должно быть комната с телевизором. Странная. Вся комната сделана для того, чтобы люди могли смотреть здесь телевизор. Жаль, что он бесполезен, потому что нет электричества. Хорошо, согласен. В ящиках нет ничего интересного. Там мясной пирог. Так, гардероб. Погодите, а картина? Картина успокаивающего ландшафта. Кстати, вот этот ландшафт, это случайно не то место, где сидели Легард и Дарс, когда обсуждали план захвата этой крепости? По-моему, это то же самое место. Говорите, кто что думает об этом. Странно видеть такую мирную картину посреди такого хаоса. Так. Картина... Какой-то образ на картине... Молодой человек с острыми скулами. Ху-ху, привет. Кстати, с холодильничка течет вода, воду можно было поднабрать. Подобрали кроссворд пазл. Нет! Нафиг! Чё вы встрепенулись-то? Ну, пойдем посмотрим. Давай я тебя убью. Спасибо. Бах! Так, скилл. Проанализируй, пожалуйста. Ай! Ну так все равно же у тебя голова. Блин, тварь, она застрелила меня. Ружье сломано. Так, и хилок. Хилок у меня больше нету, да? Давайте я рагу съем хотя бы. А тряпка у меня есть? У меня есть еще одна тряпка. У меня еще есть одна хп. Нет, твари, вы меня не убьете. Иди сюда. Так, я не успею его проанализировать. Я просто сейчас наобум ударю и промажу. Ну, понятно, все. До свидания. Доктор был побежден. Блин. Я не знаю, как тут жить, ребят. Так, хорошо, вот это вот навык проанализировать мне очень понравился. Он забирает один ход, да, но ты потом практически точно ваншотишь кого-то, на кого ты напал или кто на тебя напал. И я так понимаю, что этот навык будет очень чертовски крутой именно в пати. Осталось понять, как тут набирать пати. Ну, то есть, где можно найти людей. Я понимаю, что это демка, что там все изменится еще там тысячу раз, и будет еще релиз, и все. Но, по крайней мере, мы с вами видим некие прикольные вещи. Я не знаю, как тут выживать. В какую тут сторону надо идти, чтобы...
Но с другой стороны, получается, что именно по боевке оккультист у нас самое слабое пока что. Ну, как и любой маг в начале. Потому что у чувака с оружием в начале есть оружие. У доктора вот есть навык вот это вот анализировать, и он может потом все-таки... Он пробился через этих двух зомби и убил чувака с винтовкой, чего не смог сделать за оккультистку. Ладно, ребят, пока все. Пишите, что думаете, пишите, что да как, какие соображения. Может, я вообще вот зря в город иду, может, мне все-таки стоит сначала за лесником с топором сходить, он там все-таки один. Не знаю, посмотрим. У нас остался еще один персонаж, которого мы глянем. А пока что на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем оладушек и всем покеда.